Струнный транспорт – это транспорт эстакадного типа, то есть все идет на эстакаде движение. А эстакада, она принципиально иная, чем традиционная эстакада. Она, во-первых, предварительно напряжена на всем протяжении. И она не разрезная на всем протяжении, нет температурных швов. Натяжение осуществляется на анкерные опоры. А анкерные опоры стоят на земной коре. Поэтому напряжение передается через конструкцию на земную кору. Она обжимается, образно говоря, да? А путевая структура растянута. Раз она растянута, то в ней никогда не возникнет сжатия, в том числе при повышении температуры, потому что это расчетом легко определить. И тогда она никогда не потеряет устойчивость. Очень важны для эстакады изгибающие моменты, которые, собственно, ломают конструкцию. Если взять разрезную балку, ну просто имеющую концы, то там одна опера изгибающих моментов, но если мы конструкцию натянем и сделаем ее длинной, то напряжение, вернее, изгибающие моменты падают в два раза. Значит, для того, чтобы выдержать ту же нагрузку, надо в два раза меньше материала. При скоростном движении, высокоскоростном, когда 300 км в час и более скорость, 90 и более процентов энергии, то есть мощности двигателя и расхода топлива энергии, уходит на аэродинамику. И поэтому я начал ее совершенствовать и сделал ее уникальной. И наши поэтому юнибусы имеют уникальную форму. Мы возьмем транспортное средство, просто автомобиль, и поднимем его на размер вверх, на размер этого автомобиля, то есть уберем эффект экрана, то аэродинамика улучшается в 2,5 раза, только вот за счет этого. Поэтому в струнном транспорте нет экрана, потому что два рельса. Это очень важно. Потом из-за улучшения характеристик транспорта, в том числе аэродинамики, мы уменьшаем потребление энергии примерно на порядок. Под существующими дорогами, закатанными в асфальт и похоронены под шпалами, 5 Великобритании. Это почва межзва. Там не растут зеленые растения, которые дают кислород для нашего дыхания в том числе. А теперь представьте, мы построим дороги, распашиваем эту землю, берем асфальт, посадим сады. Для дорог надо наших струнных меньше ресурсов. И поэтому, естественно, это все будет десятки раз меньше, ну, стоить и обойдется дешевле для человечества. Поэтому за эти же деньги можно построить 10 раз больше, там, десятки раз больше дорог. Но
на второй уровень переносим перевозки, там же, где вот авиация, на третьем уровне, да? Мы боимся самолета, думаю, они опасны. Нет, надо бояться автомобиля. Если мы заменим существующие дороги, а их только автомобильных дорог порядка 36 миллионов километров, на более безопасные, более экологичные, более экономичные струнные дороги, то мы будем спасать по меньшей мере каждый год 1,5 миллиона человек от смертей на дороге. И вот эти как бы простые вещи, это физика, это инженерия, да, привели к тому, что я логическим путем создал оптимальный транспорт. Я с чистого листа это сделал, потому что я поставил такую задачу.